Привет, привет, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как сделать цунами в Майнкрафте Box Edition. Собственно, друзья, для этого вам понадобится всего лишь две команды. Ну и, конечно, созданный мир. Лучше создавать бесконечный или старый мир, но плоский я вам не рекомендую, иначе вся крутость или фишка данной функции будет лишена. Что ж, друзья, давайте введем первую команду. Вы создаете мир, вы можете лететь куда угодно, далеко или близко, остаться за спавном, но вы должны ввести эту команду. Что ж, заходим в чат и вводим команду tp 0 пробел 64 0. И вводим, друзья, после чего нас телепортируют именно на это место. Это как бы наши будущие координаты. После чего вводим вторую команду, которая уже будет активировать наше цунами. Что ж, заходим опять же в чат. Так, я не попадаю на кнопку, вот, отлично. И вводим, друзья, вот такую интересную команду. Фил, да. И вводим минус 364. 4, минус 300, 300, 100 и опять 300. И вводим команду Water, то есть, друзья, вода. Также, если вы ведете команду Lava, то есть напишите Lava, то у вас будет лава. Но сейчас вы увидите, что произойдет. А будет просто замечательно. Что ж, давайте активировать данную команду. И вот, как видите, FPS снизился до 16. Приседания просто жуткие. Вы можете искать, но, друзья, опять же баг. Но данное цунами может найти вас само. Данное видео я нашел у зарубежных ютуберов. Это были даже не американцы. Я не знаю, друзья, кто это был, но откуда идет к нам цунами, я не могу понять. Так. Ждем. Вот, друзья, вот. Ух ты, прячемся за дерево. Ух, это просто жесть. Как я сказал, вы можете его даже не искать. Оно найдет вас само. Да, друзья, цунами найдет вас само. Что же? Это, так сказать, цунами расползется на 300 блоков вперед, после чего она становится и двигаться больше не будет. Это будет довольно прикольно, но то, что сейчас нас поглотит туда, это будет ужасно. Ух ты, друзья. Мы внутри этого цунами. И это просто замечательно. Ладно, собственно, когда все заполнится водой, то есть определенные блоки, FPS у вас поднимется до нормальной частоты. На данный момент у меня 9 FPS, и мир пропал. Замечательно, друзья. Ох, какие приседания FPS-а. 300 блоков в ширину, 300 блоков в длину. И вот этот ужас движется прямо на этот мир. Друзья, представьте, насколько это прекрасно. За это вы должны обязательно поставить лайк, а также подписаться на канал. Но это еще не все. Сейчас мы посмотрим маленько, что будет. Но ждать придется довольно долго, поэтому, друзья, показывать целиком конец. И особенно с такими лагами я не хочу. Но лагает просто жутко, потому что прогружается, наверное, около 9000 блоков сейчас прогружается, если не больше, друзья, это просто жесть. Ух ты, это все вода. То же самое можно сделать и с лавой, и также лава будет растекаться, и это будет просто ужасно. Все будет гореть. Даже вот с такой, так сказать, командой можно немного поразвлекаться. Большое спасибо вам, зарубежным ютуберам. Я не знаю, как еще русские ютуберы данную функцию не подцепили, хотя я первый, наверное, буду, если там не успеет Фруздок или кто-то там еще, потому что всегда, друзья, так. Ну ладно, давай догоняй нас цунами, и, друзья, это просто супер. То, что происходит сейчас, это не произойдет нигде. Последний раз такой цунами я видел у Кейна, когда он обзревал мод, с помощью которого можно было делать то же самое, что и сейчас. Ну, а теперь это обычная команда, и это просто супер. Ну, собственно, друзья, вот теперь мы точно закончим. Собственно, не забывайте ставить лайки, а также подписываться на канал. До скорых встреч!